принципиально. И написал, что у меня шоковое состояние, практически оно мне до сих пор уже третий месяц. Потому что мои родители... Потому что там студенты, там профессоры, там люди, где можно расти каждому и помогать расти другим. И я, вот это моя цель моего восстановления. Вот это не дает. Если человек, который называет войну войной, остается профессором, значит, все, для всех остальных это некий сигнал, что, оказывается, можно. Так вот, репрессии против Романа – это именно доказательство того, что государство приняло решение, чтобы войну войной никто не называл. Корпус Юс Цивилис. И там Юстиниан приводит Ульпиана. Ну, я к этому не готов, но готов. Потому что не хотелось бы. Я знаю, что такое тюрьма. Я адвокат, я ходил в тюрьмы. И я знаю, что это такое. Но молчать я не буду.